Диман, что не получается, братан? Который Димарик советует, что не получается? Что не получается? Зеркало не может себя разглядеть никак. Ты в зеркало себя не можешь разглядеть? Давай сейчас получилось все, Дим. Давай сейчас все сделаем. Хочешь, я тебе покажу выход на две? Я думаю, 540. Выход на 540? Да. Вылет на 500. Вылет на 500. Вылет на 500. Тебе раз... надо просто посмотреть фильм «Драйв». С Марком Дакастасом. И тогда у тебя все получится. Ты смотри, Дима, Денис, ты понял, что он говорит? За два года я должен больше уметь. Дима, ты в курсе, что ребята приходят, например, в спортивные школы, гимнастические занимаются, которые претендуют на Олимпийские игры, и они первый год учатся ходить. Дима, ты знаешь про это? Нет, не знаешь? Они учатся вот так ходить первый год. То есть в таком положении они учатся вот так стоять. Первый год учатся, а ты за два года хочешь на 540. Все, давай щипок удачи. Да, куда тебе щипок удачи? Все, давай, братан. Давай. Все, Миша уже первый. Вот, настоящий щипок удачи. Все, поехали. Давай, давай. Диман, все забрал. Все, молодец. До субботы? В субботу придешь завтра? До свидания всем. До свидания. Все, всего доброго. Дим, пошли. Давай, Диман. Давай, Диман. За маму, за папу, за родину. Вперед. Давай. Чё ты рукой, а? Ну, чё? А зачем ты в тот край улетел? Сюда, зачем ты улетел? Я с вами контролирующий этот полет. А? Давай еще раз. Давай еще раз, Дим. Давай еще раз. Давай еще раз. Успокойся. Давай еще раз. Ну, он так на дом порвал. Только смотри, полетишь, вытягивай одну руку. Ох, прям цепляйся одну руку. Цепляйся, понял? Вытягивай, цепляйся вообще. Да пизды. Все, сейчас получишь. Давай. Только в стол не улетай. Все, настроился, все, резинку потяни в одну, в другую. Потяни ее. Все, давай, только не кусай ее. Не причи. Ох ты, нифига себе, ты понял, что? Он тридцатку одной рукой. Не, ну так-то можно это. Это вот для меня, для инвалидской темы. Вот эти суставчики укреплять, как бы вот такой один. Эх ты, Диман, я так не могу, он ее к поясу потянул. Дегализуйте-ка, да, давай, все. Поехали. Все, понеслась. Давай, без дела сейчас, давай. Правда, мы знаем. Давай. Давай. Ты смотрел кино этот? Какое-нибудь героическое, эпическое кино? И там гладиаторы, там всякие рыцари. Берсерк. Давай. Давай, садись. Там не слышно от Николая Алексеевича, в Москву они доехали? А, нет, они погоняли вчера. Не, доехали, по идее. Не, одни доехали. Николай Алексеевич сегодня, по-моему, выехал. Оттуда? Нет, туда. А, они без него? Позже, да. Позже на один день едет. Разве без него они поехали? Ну, видать, они поехали к Тиму. Позже едет. Ага. Ну, а что ему там тусоваться правильно? Все, вздохнул, вынул, уже забрался, поехали. Крути, только не улетай по стену. Мах, больше, мах, давай, пошел. Пошел, пошел. О, ты смотри, аж бум-бум. Почти получилось все. Все, нормально, нормально, нормально. Мне только в руки отдал. Диман, ну только знаешь, что опасно? Я что ты ударился вот так. Да, ты вот этими частями ударился. Но и там нерв как раз. И опасно в стол ты улетаешь, как-то, мне кажется. У меня ноги? Что, ноги? Нет, нет, ты телом улетаешь. Знаешь что? Тебя вот так... Сейчас я еще раз замену, вот смотрю, заметил, у тебя ты ноги закидываешь. Туда. Но после того, как ты их закинул, ты не контролируешь как бы корпус, понимаешь? Это есть такое. Тебе там раз, пресс напряги, живот прям раз бим, на плечи надо. Как ты делаешь? Потому что когда ты вот закручиваешь ноги, все, контроля тела у тебя нет, у тебя ноги по инерции улетают. И они тебя в этот момент, когда ноги в сторону у тебя улетают, ты из-за этого и не можешь достать. Вот. Только он сначала вот левую руку закидывает. Он получается вот так вот. 540 это у нас один целый оборот и еще половина, да? Да, только надо. Да. Ну, в смысле, в порядке делать. А у него. Да, туда. Да, вот ноги сейчас он, смотри. Ну я попробую этот, ну, да, там, задницу напряги что-нибудь еще. Давай! Слово этого, слово крови на асфальте. Давай, давай, за всех! За всех пацанов, кто хотят стать мужчинами. Давай, Димарик. За всех мужчин, которые желают стать героями.
За всех героев, которые стали героями. Ты молишься, Диман? Он молится. Он, ты молишься? Зеркало. Он новый, у него новый этот, как он? Талисман. Талисман, зеркало. Может быть, он заглядывает в будущее. Как? Покровитель. Покровитель зеркала. Диман, ты бабайку вызываешь? Практически. Он сейчас кого там, помнишь, зеркали? Пиковую даму вызывали, да? Трифового вальта. А фильм, помнишь, был этот ужастик вальта? Там? Типа этот, дом, он был сторожем там, что ли, ночным. Зеркала. Так, зеркала мир, там так да, и называется. Да, он там, Mirrors. Так, это, нормально ему подкидывал. Оп-оп-оп! А сейчас далеко, но в столб, ну да. Блин, щипок, Диман, мы забыли щипок удачи сделать. Че, еще одну порвал? Еще одну порвал. Она кровица начала, которая была. Дим, а почему именно этот элемент ты добиваешь? Просто хочется? Да. Ну а че бы не подумать, то, что мы сегодня разговаривали, парни, а че бы не оттачить до безупренства, до безупречности то, что есть? 360 у нас генерации не сделано. До безупречного состояния. Просто это попадос, парни, это ловушка для ума, когда наш ум заставляет нас, ну давай сделай как тот больше, если тело не готово, блядь, это невозможно, Диман. Не, может быть повезет. Тело-то готово. Готово тело? Нет, для пока... этого и готово. Пока ни ум, ни тело не готово, Артем. Просто если человек расстраивается, вот вы в компьютерную игру когда играете, когда, Диман, не получается пройти, ты расстраиваешься? Конечно. По чесноку. Значит, ум не готов к этому. Я не расстраиваюсь, я злюсь. Хорошо. Да, это злоба это тоже расстройство, Артемий. Это тоже расстройство. Парни, как только вы будете спокойно воспринимать и удачи, и неудачи, тогда, значит, все встанет на свои места. Как только вы эмоционируете, как только начинаются вот эти «блядь!» внутри, да, вот это происходить, все это сразу попадос. Вот моментально. И даже вы даете возможность вашим врагам и недоброжелателям на это повлиять. Хе-хе-хе, Денчик, посмотри, посмотри, не получается. Хе-хе-хе, вы чё? Не получается, наверное, слабачки, да? Чё там он, чё там? Да это ни о чём ты. Братиш, слышь? Тебя как звать, братиш? Братиш, тебя как звать? Ну ты, в чёрном. Как звать, носки белые которые? Не получается у него, Денчик, ха-ха. Вот так, Диман, происходит, такие моменты. Я не хочу, чтобы это происходило. Братан, соберись. Все, успокойся. Это все ерунда. Дим, успокойся. Я сейчас, ты не злись только, я сейчас просто прикололся, подыграл. Я уверен, 100% вас окружают очень вежливые ребята, которые так не позволят в вашу сторону даже это, так смотреть и смеяться. Вообще не позволят. Это так? Это хулиганы это, или другие какие-то разные неумехи так могут делать? Пацаны вообще, ребята, они четко, да? Четко. Помните такой, да, мемчик? Пацаны вообще, ребята, ну четко, как он, магиот, магиот, четко. А там парни прыгали тоже, то ли на турниках, то ли на гаражах они там прыгали. Знаешь, что, Денис, прикол? А перекись природа есть? Сейчас. Вот те люди, которые, помнишь, да, в кипаре сидят, вот типичные, типичные бродяги с района, вот они прям все одинаковые. Так, перекись на дорогу, перекись на селение. Распариться хочешь? Обезжиритель. И можно обезжирить. Не надо это. Диман, насчет перекиси, мне такое чувство. Меня терзают смутные сомнения, что ее последнюю перекись себе либо Дарья, либо Никита забирают. Откройте, смотрите, есть. Есть. Побудьте. Есть? Да. О. Сам справишься. Не зови, подойди. Если ты посмотришь на его левую руку, обратишь внимание, он умеет с перекисью дорогу. Хочешь, чтобы так же было? Хочешь, чтобы так же было? Сейчас он тебе. Главное, без разницы. У него есть опыт. Нормально, я тоже так думаю. Главное, без разницы, все хорошо. Все на месте будет. Ты бы руки помыл бы, Диман, совет. Вообще руки-то надо помыть, это шляпа все. Вот сейчас вы бессмысленно делаете, ты надо руки помыть. А, он уже терпит, понял что? Он как будто бы партизан, да, которого враги в плен взяли. Зимарик. Реакция поперла. Терпи. А так да, перекись я люблю.
Он умеет, самое главное, ей пользоваться. Это как это, да, ну это, блин, Денис, это как анекдот про того слесаря. Ну, как же там, три, да, или что там рассказывает, и пять. Я этот анекдот не очень помню, но всегда смешно, когда я его слышу, всегда становится смешно. Ман, успокойся. Все, все, спокойно. Нет смысла там как-то тримарить, мол, как и да это вообще ну, чатки какие-то. Просто ходи с набором болтов так. Сейчас, парни, сейчас погодите, шик-шик-шик-шик-шик. Собрал там, так, сколько вас, не, подлиннее, да, скрутил. Вообще, вот если брать по приколу, да, вот, достаточно, сейчас я парням покажу, может пригодиться это им в жизни, хотя надеюсь, чтобы это не пригодилось. Давай, Диман, еще разок сейчас получится. Я не буду больше. А, мата Артем убрал. Вот. Банально несколько карабинов таких связку иметь, просто ходить странно, высовываешь, там, знаешь. Ребят, сейчас погодите, я кое-что здесь это. Соединю. Раз такой шлеп, и все, и понеслась. Но если этот Артем и Диману там, Денис Владимирович, ты знаете всю эту тему. У нас иногда парни ходили, я рассказывал, зонтик был необычный, такой килограмм, там несколько весил, зонт. Стальная труба просто в зонт впарена. У ребят ремни были. Парни носили с собой эти собак-ошейники, тоже такими набалдажниками. Он говорит, да я собачник, вы что, я здесь шел. Ну, когда спросят вопрос, если вдруг, что там со сломанными лицами, как люди попадают в больницу, там, это он показал. Да нет, вообще, я случайно шел собаку выгуливать. То есть... Ну-ка, давай, смелее. Нет. Ноги выпрямляй. Да, ноги выпрямляй. Ты чуть не промазал. Выпрямляй ноги, вставай. Это прям ногами. Ты не довыпрямил ноги, Диман. Да. Выпрямляй. Выше туда прям выпрямляй. Смелее. Во. Смелее. Ложись на нее, я ложись. Чувствую, чувствую сейчас. Давай. Далеко не отходи, зря. Да. Прям под ней надо было. Пошел. Смелее, ложись смелее. Смелее, Диман, я поймаю ноги, выпрямляй, братан. Вот ты далеко уходишь, встань под нее, вот сюда руки поставь, пожалуйста. Все, сейчас получится, успокойся. Давай. Ты что, мой характер не помнишь? Давай. Прям встал, смелее. Дим, если будешь спать, я поймаю. Отвечай, я даже пониже ее сделал. Встал, да ложись на нее. Да. Стоп. Сейчас смотри. Я не могу фиксировать ее. Погоди. Ой, давление. Погоди. Вот, все, выравнивай. Прогиб спины убери. Прогиб убери. Да. Вот. Все, руки. Тихо, куда ты пошел, Дима? Подождите, сейчас там у меня пластик. Так а зачем ты руки согнул? А он сейчас отожмется? Сейчас отожмется? Нет. Давай. Молодец. Заваливай сюда, заваливай. Нет. Нет. Тяжело. Тебе не нужно гнать. У меня давление. Да, конечно, ты раньше давление всякое такое. Ну, почему не оправдание, блин? Ну, я же могу. Ну, может, у тебя нет такого давления, как у него. Не, у меня тоже давление большое. Я чувствую. Просто знаешь, когда внутри черепной... Вот, кстати, у Дениса Владимировича спроси, и ты сейчас, он тебе во всех красках расскажет, когда шабашит, херачит так, что отключаются руки, ноги, там полбашки не соображает. Вот спросите у него. Он расскажет про давление. Не знаю, про всякого не было. Артем, поверь, парни, поверь, вам повезло. Вам повезло, что не было. Это очень хорошо. Диман, ошибку знаешь, какую делаешь? Плечи напрягают. Нет, вот так ты делаешь. А тебе надо смело, прям встал. Вот так встал, и все. Оп, все, встал, она не завалится. И стоишь спокойненько. Вот для этого резинка нужна, чтобы нам чтобы нам понять, как это все происходит. Что, собираемся? Конструкция, да? Вы завтра придете, парни? Да, уже нет. Почему? Демократия. Блин, мне кажется, зря суббота. Чем давайте придумаем. Давайте что-нибудь другое придумаем. Подеремся. А? Артем. Димарик. Давно. Давно не дрался, давай подеремся. Там у вас тем более нормально занятие сейчас за соревнования там под этого поднакидалось. Ну как нормально? У Артема чуть побольше, чем у Димана. Ну, Артем и сильнее. Ну, Артем постарался, да, поэтому приходите завтра, может, подеремся, пирогов поедим.
Кстати, завтра топ-дог, парни. Мы хотим Сергея Сергеевича. Завтра чемпионат России. По трансляции же будет Николай Алексеевич вести. Я не уверен, что Николай Алексеевич сможет обеспечить нам четкую трансляцию, такую четкую, как топ-дог будет, допустим. Ну, тот раз же было. И она, и топ-дог начинается в 8 вечера, а они к 8 должны закончить все. Я лучше посмотрел. Так ты посмотришь, она в обед начнется. А, да, конечно, там же в обед начинается все. А на тренировку, если придете, кстати, мы можем обсудить и завтрашнее выступление ребят. Парни, да, это здесь, да, местное? Да, мое. Нет, не местное, а, мое. А, твое? Да, местное мое. Я смотрю, что никто не забирает. Правда, там одна палочка не горит, когда температура показывает. Так, в принципе. Я? Палочка не горит, что это такое значит? Ну, там цифры показывают. Палочка не горит. А, у тебя термос какой-то, что ли? Цифровой? Ну, да. Ну, покажи, что, электронный термос? А я смотрю, такую моду, он кофе там пьет, прикинь. Кофе. Взрослый стал же, кофе. Эх, ты прикинь, да, Дэнчик, серьезно, смотри. Давление, что. Блин. Вот эта палочка. Это температура сейчас? Тебе и давление. Да. Ты смотри, что какая у него приблуда модная. Ну, он так, он через раз работает, но главное, что работает. Самый дешевый взяли, который был. А что за термос? Ты даже на название смотрел. Тебе нужен такой? Ну, его и купил. Не, ну да, нет, я не планшет такой. А что по как-нибудь вообще, а если по пентиперстиве, как бы по изысканию какие-то навороты в этом термосе есть, или просто он должен температуру держать и все. Почему ты именно цифровой взял? Почему не простой? Да я других не было. Простого не было? Да. Блин, в банке. Важно в банке. Главное, что он температуру хорошо держит, мне этого и достаточно. А я хорошо понимаю. Держит? Да. 23 градуса. Сколько? Нарисовал. Ну вот. Давай, ну, я когда пытался пить кофе, он горячий был тогда, когда первый раз. Как налил кипяток, он так по ощущениям такой жив был. Ну, через какое время? Ну, вот точно не досекал. Скоро у нас парни здесь из розетки, там, если мы с администрацией учреждения все это договоримся. У меня вот просто термос есть, ну, он обычный, без цифрового индикатора, вот он держит хорошо. Я в него завариваю утром чай, кипяток прям наливаю. Ну, не градусов 70-80. На следующее утро он еще горячий настолько, что его прям, ну, залпом не выпьешь. Он остыл, естественно, чуть-чуть, но все равно на следующее утро он еще горячий, что приходится дуть туда в стакан. Надо будет эксперимент сделать. А какая цена вопроса, Диман? 500 рублей. А, не, ну за 500. Не, в принципе, с другой стороны, за 500 рублей можно надыбать термос без электронного подсказки, но... Блин, а погоди, а ты его заряжаешь, получается? Да? А? Ты его должен на электричество заряжать? Или там батарейка? На пару, он на пару, наверное. Он на пару заряжается? Там батарейка. Прикольно было бы, если бы он на пару, да, заряжался? Офигенно паровая машина была. Работал бы на пару, прикинь. Конечно. Так, парни, ну если Артем, если вдруг получится завтра прийти, приходите, пожалуйста. Если вдруг выйдет. Ну, я не знаю. А, вон ты так, да? А что-то я замутил вообще, здесь нереально. Она сейчас просто как жгут перед как христианин. Все, да? Парни, счастливо. Все, парни, всего доброго. Просто карабин я потом отстегну, а он как вообще длинный? Он какой? Он безмерный, что ли, длинный? Нет, 5 сантиметров. Ебать, повезло, как, блядь, что вот... Да, я что-то тоже об этом даже и не подумал. Не-не-не, карабин надо больше вынести. Я не стал отстегивать от карабина, он не вытаскивался просто из карабина. Карабин надо больше, блядь, больше так не надо Яшин делать. Нехорошо, опасно. Не, ну здесь все-таки отлетел это. А, как шайбочка вылетела. Ну, не прям так, чтобы прям нужна вообще. А куда она могла быть? Потому что я ее придел. Скорее всего, шайба где-то осталась вот в этой местности. Я ее прям придерживал, чтобы она... Может, она вылетела, скорее всего. Но ничего никуда не дзынкнуло. Знаешь как? Она вылетела вот так и упала где-то вот здесь. Так. Ладно, найдем. Да найдем, скорее. Сергей Геннадьевич, так не надо делать. И ж, блядь, не надо думать, я с той стороны надо было откручивать. Вернее, знаешь как? Я откручивать начал с этой стороны, чтобы я еще подумал, пусть натяжение будет от людей туда, в другую сторону. Там еще опаснее. Так, ладно, сейчас. Ну,
А так, чтобы если не эту штуку, да, крутить гайку, просто откручиваешь и все. Зачем откровить просто это? Ты ус... А, здесь смотри. Смотри, вот саму эту конструкцию оставим здесь, да, получается? Что ну, пускай здесь. Саму вот эту. Посмотрим, может, куда-нибудь тебе надо будет там перевесить. Денис, ты можешь можно пока это... две здесь верхних, две низ туда закрутить. Ну, понял, да, чего это? Стойка на руках, отрабатываешь, чтобы встать и не было. Так, ты мог пока вот эту открутить вот такой же штукой? А, ага, вот они. А, ты хочешь полностью открутить? Да, внутрянку оставить, вот этот механизм, его же никто не тронет, и он никак не помешает, да? Все, жмется. На крайняк его можно, в принципе, еще поменьше здесь сделать, вот это тело. Миллиметров там 10 оставить, сточить. А имеет смысл? То, что вот он, то, что он как бы вылезает из-под этого, да. Вот это да. Ну что, ты будешь забирать ее делать или пока пусть повисит, попробуем? Ну давай две заберу, сделаю. Тогда тебе надо всю забирать конструкцию. Зачем? Два болта, а это давай. Окей, а сразу два болта. А, с этой стороны. А нижние не будем переделывать? Нет, я их заберу, два штуки. Смотри, знаешь, эти оставим. Смотри, эти оставляем здесь, ты сейчас заберешь просто нижние. Те заберу, да. Просто два штуки переделаем. Да, у этого вот они лежат, у серого деньги возьмешь, вот она, да, это другая, а так где-то здесь. У серого, пожалуйста, ее можно, чтобы не проебывать постоянно, можно, в принципе, не особо прям так вот значимо. У серого деньги за карабины заберешь? И этот, если возьмешь побольше, это возьмешь, ладно? Все. Так, она, значит, с резинкой остается, да? Это пока оставляй, да. Нет, снять-то я ее сниму потом. Я не жду эти оставить. Сейчас пока оставляй, да. Пока положи. Дай ему вниз сюда. Не-не-не, стоп, погоди. Лучше сюда. Пакет резинки, где у нас целый набор резинок как раз. Вот. Так, это смотри, что ты берешь. Так, тут карабинов чуть больше. Это для... Так, знаешь, что мне надо? Вот это вот, когда я заберу, смотри. Потому что я тогда попробую еще эти... винты подрезать. Вот этим, да? Да. Там карабин, ой, крючок карабина сюда. Это я заберу. Винты подрежу. Здесь, соответственно, в принципе, можно выключить. И вспомнишь, два. Ой, не два. А, не, винты. Четыре больших карабина надо. Ну, в два раза больше, да? Ну да. На вниз и на вверх. Какие часы я одеваюсь? Да, что, с днем или с временем зимнего солнцестояния, да, нас всех поздравляем. Да. 22-й, 12-й, 23-й, будьте здоровы, до свидания.